специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. Что такое приватизация жилья? Правильный ответ. Бесплатная передача государственного или муниципального жилья в частную собственность. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. Олег Тимофеев, собственник модной квартиры-студии, уже полгода не платит за коммунальные услуги. Что произойдет, если он не погасит долг? Жилье конфискуют. Управляющая компания начислит пени и подаст на него в суд. Ничего не случится, если долг не превышает определенную сумму. Квартира должника перейдет в собственность государства. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».